Ох, и гол! Первая шайба у нас в этом матче Николай Коваленко. Со второй попытки все-таки добивает шайбу. И Хари Сядри был уже бессилен. У Галимова был хороший момент с пятака. Он бросил, но Хари Сядри с первым броском справился. Но крайне неудачный отскок для вратаря новосибирской команды. И Николай Коваленко вколачивает шайбу в ворота. Ну, к Сядри вообще вопросов никаких нет, потому что с первым-то броском он справился. И бросок был опасный с пятака, ну а второй оказался неберущимся.